Всех приветствую, дорогие друзья! Сегодня будет важный, очень нужный выпуск для каждого. Пройдемся с вами сегодня по вопросам рынка. Я вам расскажу, что легло во главу угла моей стратегии на 2022 год. Мы с вами обсудим вопросы, кстати говоря, не только доллара, недвижимости и акций, но и то, что я делаю прямо сейчас. Кроме этого, сегодня у нас все долгожданные рубрики «Инвестирование на пенсионное наше накопление». Рубрика называется «Пенсионный фонд от Николая». И мы с вами сегодня точно так же пробежимся по всем нашим привычным рубрикам. Тайм-коды везде будут. Не переживайте, кому что неинтересно, можете пропускать. А теперь давайте начнем с того, что сегодня я бы хотел начать с вопросов общих, с тех, которые важнее всего, и те, которые будут объяснять, собственно, мои позиции, и несколько приоткрывать тайну действий наших политических и финансовых властей в мире. Обращаю ваше внимание на то, что еще, наверное, в декабре месяце точно у меня уже был прогноз. В январе в первых числах я для клуба инвесторов такой выложил, где сказал, что я не ожидаю, что само поднятие ставки вызовет какие-то панические изменения на рынке. И более того, я сказал, что я и не верю в то, что на сегодняшний день такая ставка будет, что ставка будет поднята. Сейчас. Почему? Потому что многие эксперты говорили уже чуть ли не о январе месяце, что именно вот в это время будет поднята ставка. Я сказал, что, дорогие друзья, будут они с этим делом будут тянуть по максимуму. Во-вторых, мой прогноз нынешний заключается в том, что я считаю, что будут нагнетать обстановку одна часть эстеблишмента из финансового эстеблишмента из Федеральной резервной системы. То есть они будут говорить о том, что мы будем 5 раз поднимать, 10, ставка будет 200%. Просто они будут, скажем так, играть в плохого копа. Хорошим копом будет господин Пауэлл, который будет на каждом своем выступлении давать менее радикальные оценки, что вызовет, да, вот холодное горячее, как нерв реагирует, а рынок будет реагировать на это более благосклонно. То есть получается, что на сегодняшний момент мы опять будем сталкиваться с политической риторикой финансовых властей, и они будут таким образом нивелировать свои будущие действия. Мы с вами, скорее всего, увидим действительно и поднятие ставки, и уже спрогнозированные мною еще до того, как об этом объявили, снижение баланса Федрезерва. Сегодня я вам покажу очень интересный график, который обоснует в том числе и мое мнение, почему я так считаю. Я знаю, что меня смотрят аналитики, коллеги, и даже конкуренты, бога ради. Я вам покажу, почему я так думаю. А чем больше людей не попадет в эту западню, тем лучше. Я считаю, что именно та политика, которую сейчас они взяли, на которую они сейчас взяли курс, будет превалирующей в следующих 1,5-3 года. Почему такой срок? Потому что мы не знаем, когда будет закончена финальная, будет поставлена точка в этой всей истории. Но мы понимаем одно, что это будет достаточно длительный период времени, в котором будет риторика будет меняться с холодной на горячую, как я уже говорил. Ну и давайте в этом смысле с вами перейдем к вопросу номер один, что называется, который я бы хотел здесь сейчас осветить. Теперь, дорогие друзья, я вам покажу вопрос, который я хочу осветить особо. Очень много раз мне говорят или задают мне вопрос о том, Николай, когда доллар по 100? И при этом есть люди, которые начали обращать внимание еще с полгода назад, и мое вам почтение, уважение, что называется, с головой у вас все в порядке, сразу видно, вы советский человек, вы привыкли к обману.
Вот. Я вам сегодня покажу нечто, что вам очень сильно не понравится, как вас обворовали. То есть вы можете сказать, что это громкий заголовок, однако я вам сегодня покажу и докажу, что фактически вы являетесь слабым звеном в событиях, которые произошли в 2021 году, 2020-2021 году. Вы этого не заметили, это произошло не только в России, но и во многих других странах. Но в России это, скажем так, нам ближе, я вам поэтому продемонстрирую. Перед вами, что называется, вуаля, график. Это индекс доллара, такой DXY, разноцветными, зелено-красными у вас выделен. А второй, желтеньким для сравнения, это индекс DXY. Значит, вот, ой, это индекс доллар-рубль, я прошу прощения. Вот доллар-рубль, вам желтеньким, вам всем известный график, выглядит он примерно вот так, как он выглядит. А вот этот вот разноцветный, это индекс, которым пользуются не все обыватели. И он означает, что доллар вот с мая 2000, ну давайте даже с более раннего периода, с декабря 2020 года и начала 2021 года, он находится в восходящем тренде. То есть сначала потолкались снизу и пошли наверх. Что это значит? Что он дорожает ко всем валюта. Для чего я вам это сейчас все показал? Для того, чтобы вы поняли, что все это время доллар дорожал. Да? Посмотрите, пожалуйста, вот у нас с вами эта отметка, и в это самое время, когда доллар ко всем валютам дорожал, рубль к нему укреплялся. Чем это было вызвано? И тут мы с вами вспоминаем уже, я вам говорил, выборы в 2021 году, да, то есть вот это самое сильное падение пришлось именно на этот период, то есть власть заливала деньгами, все не допускала ни в коем случае, чтобы волнений не было никаких. И потом мы начали отыгрывать обратно, приблизительно сразу после выборов в октябре месяце. Но все это время я вам хочу сказать, что вас обворовывали, и здесь дело не в курсе доллара к рублю. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что я вам сейчас покажу. Это уровень инфляции. В 2021 году, с первого месяца до последнего, посмотрите, как развивались события. Значит, с 4,2 до 8,5%, дорогие вы мои, произошел разгон инфляции фактически в России. Это той, которая инфляции, той, которая заявлена. Вот нам сейчас говорят там 7, там что-то с половиной, 8. А фактически вы во многих товарах вы могли увидеть перестановку цен. А почему я говорю, что вас обворовали? Потому что многие люди говорят, что смотри, Николай, вот этот курс, вот посмотрите на экран, 90, вот здесь вот это, на левую сторону экрана, смотрите, это примерно 75, это то, что сейчас есть. То, что было, значит, у нас и в 2020, и в 2021 году, казалось бы, не поменялся. Но при этом все это время курс доллара, который я вам здесь показываю, он рос. Что это значит? Это значит, что доллар дорожал, и вот эту инфляцию, которая копилась, в том числе в Америке, он продуцировал к вам в ваши карманы. Вы, получается, все это время теряли деньги, просто незаметно. Власти, сдерживая, с одной стороны, курс национальной валюты, не сдерживали инфляцию. То есть они на нее не влияли. В результате получается, что вы вроде бы как держали деньги, которые к доллару не поменялись, но в покупательской способности очень сильно изменились. И получается, что уже те, кто спрашивает, а когда доллар по 100, они за это время обеднели. Что же нужно было делать, чтобы этих событий не произошло с их карманами? А нужно было делать ровно то, о чем я предупреждал еще 2-3 года назад. Я говорил, накапливайте деньги в долларах. Потому что в долларах они у вас, получается, инфляции подвержены менее сильно. То есть в долларе там инфляция, допустим, одна, в России другая. И при этом, при всем, рано или поздно власти Российской Федерации вынуждены будут переставить ценник рубля сильно выше, так вот, как это было сделано, значит, у нас в марте 2000, в феврале 2020 года. Мне говорят, что это из-за кризиса, я говорю, что они просто воспользовались ситуацией, они сделают это опять.
Когда сейчас будет коррекция на рынках, курс будет переставлен к 93. Вы можете в это не верить, я вам говорю, что вы фактически уже живете вот на сегодняшний день в условиях, когда курс рубля не 75 к доллару. Вы уже живете по ценнику где-то выше 85. Я вам сейчас могу привести цены, потребительская активность и все остальное. И вы поймете, что это так и есть. Вы уже те деньги проели, они ничего не стоят. Они стоят гораздо, получается, дороже. Кажется, что говорю несусветную ерунду, но если делать пересчет на импортные товары и так далее и тому подобное, то окажется, что я абсолютно прав. И те, кто накапливал деньги в долларе, совершенно правы, потому что от следующего скачка девальвации рубля они уже защищены. И они потеряли уже сейчас, за все это время, в инфляционном выражении меньше. Вот то, что я вам хотел донести. Может быть, я вырежу кое-что из того, что раньше вам сейчас тут проговорил, чтобы не так долго было. Но получилось, что стратегия удерживания валюты на сегодняшний момент наиболее эффективна для сохранения, подчеркиваю, а не спекуляции. На спекуляции мы ежеутренне с вами открываем сделки, мы делаем прогнозы ежеутренние и смотрим. Это несколько другое. То есть тут так не работает. Пошел в банке, купил доллары и там через 3 года продал или там через полгода и заработал. Инфляция, движение на рынках, запреты на валюту и много чего еще. Это все сопутствующие факторы, которые вам не позволят заработать на валюте, уж поверьте. Не первый год на рынке. Теперь следующее, что я сегодня хочу с вами обсудить. Голубеньким у нас с вами обозначена ставка Федеральной резервной системы. Посмотрите на вот эту голубенькую линию. Это знаете что? Это S&P 500. Вот этот весь вертикальный рост произошел после того, как вот эту ставку начали снижать. Вот обратите внимание вот сюда, пожалуйста. А что параллельно с этим произошло? А что же вот за эта рыжая такая линия? А это я вам просто вот так вот включу, и вы посмотрите. Это долг. То есть все вот это вот, весь вот этот вот безудержный так называемый рост в S&P 500, на который так любят ссылаться мамкины инвесторы, я их называю, это люди, которые либо совсем ничего не понимают в экономике, либо что-то понимают, но привыкли жить в парадигме постоянно растущих рынков. И вот они говорят о том, что покупайте ETF, дорогие мои, и вы будете широкого рынка, я подчеркиваю. И вы будете постоянно при деньгах, потому что так будет всегда. Я вам показываю два графика. Вертикальный рост S&P 500 голубеньким и вертикальный рост долга в Америке. В общем-то, тут комментарии все, по-моему, излишни. И то же самое, посмотрите на ставку. А теперь давайте просто себе вообразим, что мы с вами правы. В ближайшее время они эту ставку задирать не будут, но рынки уже начнут впитывать в себя ликвидность. Какое-то время будут расти только на старой ликвидности, а потом они поднимут ставку. И поднимут ее достаточно круто для того, чтобы рынки вместе с... И они более того, они даже сами сказали, что они будут сворачивать вот систему накачки экономики деньгами. То есть получается, что эти два графика синхронно начнут двигаться вниз. А этот график двигается наверх какое-то время, во всяком случае. То есть получается, что те суждения, которые я вам вывел в закрытой части, допустим, в инвестиционном клубе и в открытой части, где я сказал в прогнозе своем на 2022 год, что будет большое падение. Вот вуаля, вам, пожалуйста, ничего тут даже придумывать не нужно. Это база, это то, что должен понимать каждый. И перед вами тот же самый TBT, только теперь уже в сравнении с S&P 500. В январе 2021 года, когда эта доходность начала расти на вот тех самых опасениях, риторике и т.д. и т.п., да, после чего ее разбавили, эту риторику, и она снова начала падать. Но на сегодняшний момент, если мы с вами берем процентное соотношение, кажется, что плюс-минус где-то 2,2,5. Ну, 2 с чем-то там, я думаю, мы с вами закончим это самое движение. И вот сейчас у нас на вот этом отрезке, на вот этом самом отрезке, пока мы сюда не дошли,
У нас происходит ситуация нагнетания обстановки. С конца 2021 года, с начала 2021 года, конца 2020 года мы с вами видим, с одной стороны, снижение и ужесточение риторики, там, опасений и так далее, неопределенности всяких, на которых рынки падают. По-хорошему, у нас сейчас произошло очень сильное падение по огромному спектру бумаг, и держится только сам S&P 500, это сборная солянки из лучших акций S&P 500, хайповых тем. И вот все деньги перекачивают, значит, у нас в хорошие темы и покидают те темы, которые неопределенности. Вот в начале 2020 года сильно хайповала компания, 21 даже еще, Virgin Galactic, которая в нашей рубрике «Не везя убьет», заняла там почетное место. Сейчас ее акции стоят $10, они стоили 60, на 600% компания упала. Вот, и это предсказуемо, мы этого ждали, именно этих целей мы ждали. Вот, и паника сейчас максимальная. То есть сейчас ставка еще не поднята, вот когда она будет поднята, то следующее, что мы с вами скорее всего увидим, во-первых, мы с вами видим коррекцию по S&P 500. Потому что ровно так происходит каждый раз, когда меняется соотношение на рынке. То есть все бегут в безрисковые активы, а именно все бегут в облигации. В тот самый момент у нас что происходит? Правильно, у нас начинается снижение, дорогие мои, по доходности. То есть по вот этому TBT будет снижение. Но вот сейчас у нас есть еще какое-то время. Для чего? Для роста, нет, для паники. Но она находится уже фактически на излете. То есть я говорю о том, что на сегодняшний момент у нас с вами стадия, паническая вот эта стадия, она, ей, у нее там запас где-то еще в полгода. То есть где-то приблизительно в полгода будут лить безбожно все бумаги, в особенности те, которые еще не допадали. И те, которые бумаги у нас из серии FANG. Вот они будут падать последними, но они обязательно будут падать. И вот закончится все это примерно плюс-минус по моим оценкам. Здесь я буду очень внимателен, то есть где-то вот здесь я думаю, что закончится. После чего начнется что? Ну, правильно, то же, что и как всегда, когда ставка уже будет задрана, деньги пойдут в рынок, мы увидим с вами начало нового падения. По-хорошему, вероятнее всего, мы с вами отрисуем нечто похожее вот этому. Может быть, мы выйдем даже за нее тут и после этого все-таки вниз. Что для меня, в общем-то, достаточно хорошо, потому что на сегодняшний момент или на сейчас это говорит о том, что мы уже пережили большую часть паники. Она уже прошла, и вот такие акции малой капитализации, упавшие в 6, то и в 10 некоторый раз уже, но которые там не имеют долгов и достаточно хороши сами по себе, там, в которые я, предположим, верю, они уже пригодны именно для инвестиций, не для спекуляций, что я, в общем-то, и делаю. То есть психология толпы, что рынок сейчас перегрет и покупать ничего не нужно, на мой взгляд, не совсем верна. Потому что на самом деле рынки уже отпадали и достаточно сильно, просто не упали бумаги, о которых мы сейчас говорим. И вот этому я сейчас посвящу отдельный блок, который, я думаю, будет тоже интересен. Я его упоминал в прошлый раз, и сегодня я его разрисую вам, что ли. Итак, то, что я вам хочу сейчас показать, имеет прикладной характер. Помните, я вам говорил о том, что деньги сначала выходят из рискованных активов. Более того, деньги перетекают в течение последней стадии охлаждения экономики в, значит, более приемлемые для себя какие-то гавани, например, S&P 500, и выходят из менее приемлемых, например, рисковые активы или развивающиеся рынки. Так вот, на протяжении 2021 года мы с вами видели, кстати говоря, хороший рост там, первый год после падения в российском рынке. Но я вас предупреждал, вот примерно на этих уровнях, там около 2000, я говорил о том, что
Из этих активов будут активно выскакивать иностранные инвесторы, поскольку будут видеть приближающийся коллапс. И вот этот коллапс, на самом деле, он начался даже не вот здесь, не в октябре 2021 года. Он начался еще раньше, последний спекулятивный задер у нас там где-то с июля 2021 года был. И все, вот где-то вот здесь закончилось это все дело, и начали выходить, в особенности из рисковых активов, я вам говорил, все с начала 2021 года, потом увидели риски в развивающихся рынках, то есть они уже начали выскакивать. А если вы откроете индекс RGBI, это отечественные бонды, давайте я вам его все-таки покажу. Вы, во-первых, увидите исполнение нашего прогноза, примерно на вот этих уровнях я выложил в открытом доступе в нашем Trading View в моем аккаунте, такую сказочку про несчастливую жизнь будущего рубля, когда будут падать сначала RGBI, потом RTS, но умрут они в один день. И вот сейчас, если мы с вами сделаем некое сравнение с индексом RTS, то вы увидите, что все складывается к тому, чтобы эти два друга встретились в нашей прогнозной точке, обновили чуть ли не минимумы 2008 года. То есть риск в этих активах колоссальный. Инвесторы бегут все это время. Посмотрите, с июня 2020 года, сразу после этого кризиса, начался выход из рисковых активов. Какое-то время поспекулировали еще российским рынком. Плюс-минус те, кто вот здесь выходил, они уже увидели, что финита ля комедия, вот это все выносом было. И по-хорошему на сегодняшний момент я вам пытаюсь сказать одну простую истину, что вот сейчас идет момент, когда происходит пик наибольшей нервозности инвесторов перед вот этими повышениями. То есть перед этими повышениями будет банк наш закручивать гайки в опасении, что американцы будут закручивать. И все это будет сопровождаться максимально жесткой риторикой. Мы с вами увидим достаточно мощное движение еще здесь, скорее всего, либо сейчас, либо после легкой коррекции. И после всего того, что, на что я вас настраивал, этот доллар выше сотни, все будет кончено. То есть там начнет рынок разворачиваться потихонечку, скорее всего. И мы с вами начнем видеть обратный процесс перетекания из менее рисковых в более рисковые. Деньги будут искать более лучшие способы вырасти. Да? И таким образом мы будем видеть обратный процесс перетока уже в российские и другие активы. Но вот до этого времени осталось совсем немного, как я вам только что показывал на графике. Вот, а здесь будет паника усиливаться, то есть и набирать обороты до максимума. Это фактически вот то, что мы с вами сейчас видим, это начало истерии. Если мы с вами возьмем отдельно индекс РТС, то вы, собственно, в этом, я думаю, достаточно быстро убедитесь. Потому что разгоняющийся тренд уже, ну, собственно, наверное, многих заставил задуматься. Вот здесь вот мы с вами в спекулятивной группе сказали, что если мы отсюда отбиваемся, будет у нас еще возможность для вот похожего движения. Мы его удаляем, поскольку на сегодняшний момент у нас с вами открывается просто бездна еще для коррекции. Это и уровень 1374, это и уровень 1246. То есть получается, что падать ему еще можно. И, кстати говоря, во временном отрезке, если полгода брать, допустим, то это падение может быть достаточно внушительным. Более того, оно может быть вообще отвесным. То есть сегодня мы с вами берем отметки где-то, ну там плюс-минус 1280-1300, где мы с вами будем вообще рассматривать, а стоит ли тут что-то подбирать. То есть будет ли здесь вообще хоть какая-то остановка, пит-стоп, как у гонщика. И там же мы будем смотреть на ставки, и там же мы с вами будем смотреть на много чего еще. И где рубль, дошел ли до наших прогнозов, не дошел и так далее. Значит, на этом мы сегодня с вами, скажем так, остановимся. И все, что хотел в общей части, я вам, наверное, сказал. Теперь давайте мы с вами переходим в часть более интересную. Это для инвесторов, то есть инвесторов
тех, которые надолго инвестируют, не те, которые ищут разницу в цене, хотят продать подороже, подешевле, а смотрят на свою пенсию. И вот сегодня мы с вами в нашей рубрике «Пенсионный фонд от Николая» будем рассматривать компанию. И рассматривать мы сегодня с вами будем уже не наших энергетиков, не какие-то компании в области услуг населению, а мы будем с вами рассматривать компанию Сегежа. Я думаю, что ее стоит включить в наш портфель. Сегодня, конечно же, мы ее не купим в выходные дни, но на следующей неделе, я думаю, после того, как движение вниз некое продолжится, я думаю, что мы приблизимся вплотную к уровню там, 9, а то и ниже. Вот. И вот там вот я, наверное, буду эту компанию включать. Давайте опять не на большую сумму, потому что я напоминаю, это рубрика для людей, которые обладают небольшими деньгами, но хотят постоянно откладывать. И вот я буду на следующие свои 3 там, тысячи рублей вкладывать сюда эти деньги. То есть приблизительно там, с уровня 9 я войду в эту компанию. Почему? Потому что по ее мультипликаторам, по ее каким-то, ну что ли, по ее потенциалу, я думаю, у нее он достаточно впечатляющий, и мы с вами будем видеть рост на достаточно приличное количество процентов. Более того, я считаю, что дивиденды и все остальное будут сопутствовать вкладчикам этой компании. Пока не вижу здесь никаких больших рисков в ней, и, соответственно, для добавления вполне себе она подойдет. Собственно, следующая рубрика у нас с вами крипта. В рамках этой рубрики мы сегодня рассмотрим биткоин как некое мерило, что называется, всей криптовалюты. Напомню, что в криптовалютах у нас уже есть портфель. Я каждую неделю выкладываю, показываю, что там лежит. Пока я не добавляюсь особо по портфелю, деньги там вложены у меня небольшие в качестве эксперимента, что называется. Ну и давайте теперь перейдем к основному моему прогнозу, он следующий. Я считаю, что вот этот вот уровень плюс-минус не является потолком. Мое личное мнение, что даже если мы пробиваем этот уровень и выходим к уровню там, плюс-минус 30%, следующее движение, которое мы увидим, вероятно, будет примерно плюс-минус 80. То есть удерживать эти криптовалюты я смысл сейчас вижу и, собственно, делать это буду. В рубрике «Политический угол» сегодня мы не будем долго мудрствовать. Я вам покажу несколько новостей, которые, на мой взгляд, ну, скажем так, критически важны для российского рынка и вообще для политики в целом. Давайте остановимся на первой новости. «Газпром потребовал в суде повысить цену на газ для Польши» и т.д. и т.п. Значит, что такое? Идет газовая война, продолжение газовой войны России. И это, что называется, привет вкладчикам «Газпрома». Для вас еще не все кончено, скажем так. Вы будете под ударом не только в этом, но, скорее всего, и в следующем году. Мои прогнозы по стоимости этой компании вы знаете. Я не верю не только в то, что она займет какую-либо достойную долю в будущих поставках, но я считаю, что ее достаточно сильно потеснят такие компании типа там, американской, да, компании по поставке сжиженного газа Schlumberger Energy. Таким образом, получается, что ну и там и не только он, и французский, и другие там, и Тотали, еще там. Поэтому я считаю, что здесь это дело времени, и мы с вами увидим начало сдувания вот этого вот интереса, продолжение сдувания интереса к российским активам. Вот. И вторая новость, которую обязательно хочу в этой связи упомянуть, что как введение санкций США может повлиять на российские банки и их клиентов. Не буду тут выдумывать ничего, это вот ровно то, что в своих прогнозах я говорил там еще год назад, полтора-два года назад, на что в общем-то крутили пальцем у виска и говорили, такого просто быть не может.
Об этом сейчас уже заявляют и официальные лица, и во всех новостях газет. Я думаю, что идет некая подготовка общественного мнения к тому, что это все-таки случится. Достаточно прочитать вот эту надпись, и все на этом можно заканчивать. Политический угол пока я на этом закончу. Тут есть, можно сейчас и про нефть отдельно говорить, и про какие-то другие инструменты, что на них будет влиять, я думаю, смысла нет, потому что новостной фон сейчас достаточно богат, и я озвучил те, которые касаются конкретно моих зрителей. В рубрике «Не влезаю, бьет» я сегодня рассмотрю любимицу российских инвесторов и управляющих российскими инвестиционными фондами компания «Роснефть». Большое количество из коллег рекомендуют ее к покупке в обязательном порядке, говоря о том, что это компания, которая будет расти на протяжении долгих лет и ничего ей совершенно не угрожает. А я бы, в свою очередь, изволил не согласиться и скажу, что я бы эту компанию всячески избегал, не только из-за будущих политических скандалов, перемен в руководстве и много чего еще, но, скорее всего, и из-за того, что Россия будет продолжать терять свой какой-то часть пирога в мировом углеводородном рынке. И я считаю, что падение, на которое мы можем вполне себе рассчитывать, к нижней границе, это там, чуть ли не в 3 раза. И в этой компании есть огромное количество накопившихся уже, скажем так, напряженностей, которые я не вижу к разрешению, кроме как через снижение цены. Обратите внимание, что она имеет достаточно плотную такую корреляцию с индексом РТС. А мой прогноз по индексу РТС, вы знаете, он находится на достаточно более сильно низких отметках, чем сейчас. Поэтому покупать такую компанию я бы не рекомендовал. И для этого, кстати говоря, есть еще одна причина. Это прогнозируемое падение рубля. То есть падение рубля к доллару будет сопровождаться и также падением этой компании вместе с остыванием рынка углеводородов. Поэтому, а он уже начнется буквально через месяц-полтора. Поэтому в этой, собственно, компании я бы, честно говоря, сделал большую паузу и просто бы, если она у меня была, бы продал ее и забыл про нее. Вот такое у меня сегодня короткое, ну, емкое видео по ней. Многие из вас просили в открытом доступе подсказать, что там по золоту у меня в прогнозах, что я там вижу и на что я закладываю. Значит, давайте начнем с того, что вероятное повышение ставок по золоту, во всяком случае, вот этот короткий промежуток времени, когда такая угроза поднятия таких ставок перед повышением, она достаточно больно бьет по всем активам, в том числе развивающимся, рисковым, но и тем активам, которые непосредственно с ним связаны, это, допустим, золото. И хотя Федеральная резервная система там, и другие банки там, мира, они смотрят на золото как на валюту, да, то есть она является обеспечением первой степени, но согласно Базелю 3, так помните, шумели все. Так вот, все равно я считаю, что такая угроза повышения и так далее будет давить на золото. И даже вот этот вот прогнозируемый последний поход наверх, который мы сейчас видим, он уже фактически окончен. В том числе и потому, что 2 месяца назад я выпускал ролик, что в золото я верю, золото подрастет, оно, собственно, из этого боковика так и не вышло. И сезон по золоту окончен, с чем я вас и поздравляю. 15-20 число, традиционный сезон окончания спроса на золото там, в той же Индии и т.д. и т.п. То есть, получается, вот 2 месяца, декабрь и январь, они такими месяцами и были. И сейчас, собственно, эта поддержка заканчивается сезонно, плюс повышение ставок и так далее. То есть я бы на золото смотрел скептически. И те люди, которые думают, что он сейчас вот почему-то там полетит, я считаю, что так не будет. Максимум резкий вскок на какие-то очень такие средненькие уровни, после чего начнется достаточно сильное падение. У этого, на мой взгляд, есть все фундаментальные причины.
уровни и так далее я называл уже и не раз. Можно посмотреть старые ролики, можно подписаться на ресурсы. Я постоянно его разбираю уже утром. Собственно, дорогие друзья, давайте на сегодня мы уже закончим на этом. Так, ролик был слишком длинным. И сегодня я прошу написать какой-нибудь комментарий и, соответственно, поставить пальчик вверх для продвижения. Роликов у нас и так мало, один в неделю. Вот, и хочу, чтобы выходящие ролики пользовались, скажем так, большим вниманием. Со всеми на связи, пальчик вверх.